Анонс и точная дата выхода третьей серии нового российского сериала «Полет». Третья серия сериала выйдет на телеканале ТНТ 27-го. Напомним, по сюжету сериала 6 сотрудников юридического отдела крупнейшей московской строительной фирмы отправляются в обычную командировку в Пермь. Однако невнимательная и легкомысленная секретарша директора, ответственная за отправку группы, даже не удосужилась проверить купленные билеты, а уж тем более уточнить название аэропорта отправления Внуково или Шереметьево. В итоге группа оказалась не в том месте и не в тот час, но как только самолет, на котором не полетели герои новой премьеры, поднялся в воздух, совершенно неожиданно раздался взрыв. Этот взрыв увидели на большом экране все находившиеся в зале ожидания пассажиры. Конечно же, это был настоящий шок, ведь персонажи по роковой ошибке секретарши могли оказаться на борту этого лайнера. Напомним, третья серия сериала «Полет» выйдет на телеканале ТНТ 27 января. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.